Оппонент гораздо тяжелее, у которого будет больше мощи в ударах. Думаю, Хабиб переведет его в партер и забьет, сказал Ковингтон. Официальной информации о бое Хабиба с Конором сейчас нет. Сложно также и разобраться, в какие пары поставит бойца Уайт. Будет ли у Фергюсона разогревочный бой? И что теперь делать с тренировками Флойда Мейвезера? Не пропадает же теперь его навыком работы в партере, который он все это время оттачивал до идеала? Последняя шутка. Ковингтон и сам не против подраться с Хабибом, он говорит в духе, сможет ли Хабиб также доминировать над хорошим борцом. Тут возникает вопрос, хороший ли Ковингтон борец? Я думаю, что с тем же Кевином Ли бой был бы намного интереснее. Так что ждем, что решит Дана Уайт. Одно остается фактом, Уайт знает, как сделать громкий бой, скоро сами увидите. И возвращаясь к Ковингтону, он мечтает о встрече с президентом, только речь идет о президенте США Дональде Трампе, цитата. «Я посещу Белый дом до конца года, я положу свой пояс в овальный кабинет и пожму руку Дональду Трампу, величайшему из американцев, лидеру свободной нации Дональду Трампу», говорит Ковингтон. С вами был канал Антонов ММА. Самые лучшие новости здесь. Подписывайтесь, кто еще не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы смотреть меня первым. А на этом пока все. Встретимся через несколько часов.